Биосенсорные практики базируются на трех китах. Это дыхание, движение и звукообразование. Сегодня мы с вами поговорим о движении. По идее, мы все можем превратить любое движение, любую двигательную практику, не только асана, не только йогу, иные тоже можем превратить в энергопластику. То есть это движения, которые наполняют человека энергетикой, которые излечивают, повышают энергетичность, силы, легкость и качество жизни. Значит, сейчас мы попробуем одну из связок, которую можно применять как тренировка энергопластических движений. Вдох. Активизируем вертикальный канал. Выдох. Скругляемся. И делаем волновые движения телом с разворотом плеч. Запускаем волну по телу. Все тело участвует в этом волновом движении. Захватываем тело этим волновым движением, этим обширным потоком, идущим снизу вверх и сверху вниз. Развернули стопу и тянемся. Тянемся вниз, можно вот так, а мы будем вот так. Из области груди, как из объема, расходятся потоки по рукам. Из области таза, как через из какого-то мощного густого объема пространства, расходятся потоки по ногам. Мощный поток создается между копчиком, промежностью и макушкой. Двунаправленный. Мы наблюдаем за всем этим и просто превращаемся в потоки на несколько дыханий. Итак, у нас были элементы йоги в формате энергопластики.